Всем привет! Сегодня в обзоре и продаже Renault Megane 4, 2017 год. Коробка автомат или робот EDC немецкий. Автомобиль только пригнан. 2 дня назад пригнан. Автомобиль на новой резине. Вот такой вот красавчик, новая резина Мишелин, бесключевой доступ, зеркала открылись. Вот такой вот красавчик, очень чистый по салону, по пластикам. Немножко дождь начинается. Вот. 112 тысяч пробег. Приветствие, Эрлинг. Состояние автомобиля. Давно не было ковриков. Оригинальные коврики. Не понимаю, куда они девают их. Итак, по комплектации. Круиз-контроль, мой номер телефона, чтобы проще было найти. Вот есть аукционный лист. Автомобиль продан с пробегом 112 тысяч 200 километров. Последнее ТО было на 90 тысяч. По компьютеру пишет еще 8 тысяч. Вот, EDC. Двузонный климат-контроль, датчик света, дождя, старт-стоп, климат, так, круиз-контроль, навигация. Что там, передняя-задняя парковка. Двигатель не мылся, чистенький. Так, сейчас заведем жидкостя, все на месте. Два ключа. Цена автомобиля 12 800, пробег оригинальный, бесключевой доступ. Запустился автомобиль, чистый, нету никаких потертостей обычно. Ну что поделаешь, не волшебник, что приезжает, покупаем по фотографии. Собрался ветер. Прям щуп. Сертификат готов. Так, что вам еще показать? Есть заводская немножко тонировка сзади. Очень высоко стоит. Кстати, клиренс. Резина 205-55-16. Тормозные диски где-то 1005-10 прошли только. Резина вперед-зад одинаковая. Также передние тормозные диски. Так, что вам еще показать? Датчик по полосам. Навигация. Очень мягко, комфортно едет автомобиль. Сервисная книга есть, но в последнее время сервис. Пустая книга, ничего не записывают. Хорошо, что есть, вот что было поменено.
фильтр масла. Старт-стоп, эко-режим. Эко лучше не ездить, он не дает автомобилю разогнаться. Вот такой вот мультируль. Громкая связь. Датчик давления в шинах. Вот левая сторона 2,3, правая 2,5. Надо пересмотреть. Едет, конечно, хочу расход. Едет очень мягко автомобиль. Нету никаких рывков. Немецкий роботизированный автомат или робот EDC. Переключаю автомобиль. Нету никаких ни рывков, ничего. Надежный автомат с хорошим ресурсом. Немножко потемнело на улице. Салон, конечно, в идеальном состоянии. Такой сегодня у нас обзор, ребята. Понравился — пишите, звоните. Всем пока и до новых встреч.